Добрый день, уважаемые военмеховцы. Несмотря на то, что вы сегодня впервые в этом зале, если не считать приемной комиссии, наверное, именно с сегодняшнего дня вас можно назвать членами семьи военмеха. Есть очень хорошая, добрая, вечная, а есть слово военмех. Наверное, многие из вас, когда выбирали, куда поступать, выбрали большой список, а потом стали спрашивать, расспрашивать, узнавать. Да что там вы, ваши родители, у кого есть бабушки, дедушки, интересовались, что же такое военмех? Так вот, из ролика, который прошел когда-то на Первом канале, очень хорошо видно, что военмех – один из лучших, высших учебных заведений не только Российской Федерации. Я как-то задался целью, посмотрел, сколько, какой вуз выпустил космонавтов. Так вот, 5 космонавтов только военмеха. Есть 4, есть 3, но пятерки нет. Поэтому, может быть, совсем скоро кто-нибудь из вас будет 6-м космонавтом, если успеете, если до вас им кто-нибудь не станет. С Днем Знаний, военмех! А еще есть очень хорошая традиция. После слова военмех не только мысли, не только внутренне, но и во весь голос, во всю мощь обычно слышится лучше всех, потому что военмех действительно лучше всех. Я сейчас отойду подальше, скажу слово военмех, а посмотрим, готовы ли учащиеся первого курса стать военмеховцами. Если вы поняли, тогда побольше воздуха в легкие. Готовы? Так, чтобы меня за экран снесло. Военмех! Честно говоря, я так понял, что только один человек этого в этом зале. И даже если на сцену поднимется ректор, он обязательно сейчас поднимется, и как только он скажет слово «военмех», считайте, что мы уже на втором курсе. Не стесняйтесь. Ну а сейчас, внимание, ваши овации, потому что на сцену я приглашу тех, от кого зависит ваша судьба, ваша жизнь. Тех, кто поможет вам освоить знания. Тех, кто поможет вам пройти не только коридоры, не только учебные классы, но и весь путь к познанию этой замечательной, великолепной профессии, которую вы будете овладевать здесь, в военмехе. Ректор Балтийского государственного технического университета военмеха имени Дмитрия Федоровича Устинова Константин Михайлович Иванов.